На сегодня здесь вот единственное есть два рапорта. Вот Дюсенбеков указывает, что находится, значит, в городе Кокшетау, настоящего не может явиться по семейным обстоятельствам, просит огласить его показания. И аналогично, значит, просит зачитать показания судьи гражданин Мишонин, не может явиться в связи с тем, что проживает в другой области, и также по семейным обстоятельствам. В этой части какие мнения участников процесса? Ну, обязательно. Давайте говорим. Не, мы возражаем, конечно, естественно. Нам надо обязательно, это просто необходимо. Ключевые как... свидетели. Это самые ключевые, самые важные свидетели. Хорошо. Именно на их основаниях построено уголовное дело. Повторно, теперь привод на не явившихся сегодня свидетелей. Господи. Обвинение серьезное, большое, поэтому, соответственно... Дюсенбеков... Да, все. Абиш, да. Кукозов, всех подряд. Дюсенбеков, да. Исабаев, Мишонин... Кочембекова, Рахмета, Юзбергенов, все, кто, на кого получали кредиты, все должны прийти. Давайте, значит, те, которые свидетелем на 7 число на 9:30 утра. А, уважаемый суд, у меня 7 числа в Верховном суде процесс. Как раз вот... После обеда давайте. Давайте после обеда, да, если можно. Хорошо, на после обеда вот на 16 да. часов. Ага. Ну, у нас... Четверка. Четверка. Можно только тоже слабить. Так, госсовинитель, привод, пожалуйста. Надлежащим образом. Чего? Если есть рапорты от этих людей, значит, есть и сами люди. Конечно, есть. Следователь пусть так обеспечивает. Я, конечно, не могу сказать. На следующем заседании, значит, сторона представителей потерпевших будем допрашивать, и свидетели, и следователь материалы. На этом перерыв сегодня. Со мной два часа будешь сейчас? Со мной.